Да, Сеня, вот этого вы никогда не сможете сделать. Россия в попе. Короче, там сидят два туриста. Это скрипачка. И она будет играть в космосе. У нее будет работать интернет в космосе. И она будет играть... Она будет играть симфоническим оркестром, находясь в космосе. Вот о чем должны сейчас думать люди, а не о том, чей Крым. Представляете, улететь в космос и играть в космосе на скрипке. Вот вам этого не... Знаете? Вам этого никогда не сделать. Должно какое воображение иметь. Представляете, какие желания, неимоверные желания, чтобы в космосе поставить Starlink и исполнять концерт вместе с симфоническим оркестром. Симфонический оркестр находится на Земле, а она в это время летает в космосе. Каждый из вас хотел бы это сделать. Это просто туристка, девушка. Она не военная, не профессионал в плане космоса. Туристка. То есть вы сейчас, в принципе, можете заплатить деньги и полететь в космос, как вот туристы. Ну не вы можете даже... Вы только можете на Крым смотреть, знаете, через прицел путинской дупы. Вот такая славная страна, в которой я живу, в которой живут мои дети.